Игроделы, привет! И в сегодняшнем видео мы с вами будем делать уровень сложности. Соответственно, я создал такого вот простенького бота, который по мне стреляет, я от него сейчас всячески уворачиваю, чтобы он меня не убил раньше времени. Вот, соответственно, что мы будем делать? Видим, да, что бот по мне попал, и он мне наносит 15 урона, ну и, соответственно, видим, да, что он двигается довольно медленно. Если же я, допустим, сейчас меняю уровень сложности, допустим, вот на сложно, ставлю тяжелая сложность, он, во-первых, наносит мне больше урона, и он становится быстрее, он меня практически ваншотит. Если же, допустим, я нажимаю сложность ветеран, он мне шанса вообще никакого не оставит. Все, просто ваншот. Поэтому сегодня этим с вами и займемся. Также напомню, что у меня есть закрытый телеграм-чат, в котором есть как свободное общение по играм, так есть разделы по Unreal Engine и программированию, также разделы по 3D и разделы с просто огромнейшим паком бесплатных ассетов. И эта группа постоянно обновляется. Чтобы получить ссылку приглашения в этот чат с доступом навсегда, то можете отправить любой донат, и я вам пришлю ссылку приглашения в ответ. Если же вы хотите получать от меня еще дополнительно 2 эксклюзивных видеоурока, которых не будет на YouTube, то в таком случае вы можете оформить на Boosty подписку, и вы ежемесячно будете получать 2 эксклюзивных видео урока, и также вам откроется доступ к предыдущим видео, которые были еще до вашей подписки. Все ссылки внизу в описании. Ну а мы с вами теперь приступаем к видео. Итак, в первую очередь давайте покажу вам, как я вообще создал логику вот этого движения бота, стрельбы, меню паузы и так далее. То есть я просто пробегусь, опять же, это не тема нашего видео, у нас тема абсолютно другая, просто покажу вам код, вдруг вы что-то из него себе возьмете. Итак, ну давайте сначала с вами перейдем в блюпринт врага, то есть вот такой вот простой блюпринт на самом деле, да. Дальше, event graph, здесь получается, делаем здесь логику, как идти к нашему персонажу, к нашему игроку, то есть бот поворачивается, ну видим, да, вот эта вот логика. Здесь получается, откуда патроны у нашего бота спавнятся, ну и соответственно, вот вся логика, чтобы персонаж, точнее враг, к нашему персонажу шел и, соответственно, стрелял по нам. Дальше, что еще я сделал? Получается, где-то здесь блюпринт projectile был. Projectile, вот он, BP Fair Person. То есть здесь, смотрите, тут вот логику я сделал. Нанесение урона, damage, ну и так далее. Было нанесено столько-то урона. Дальше, теперь в блюпринт нашего игрока. Перейдем, так, где-где-где? Вот он, блюпринт. Вот, соответственно, здесь получение урона, я сделал обработку, да, такое вот событие получения урона. Вот, то есть, когда у нас здоровье будет 0, либо меньше 0, то в таком случае актер у нас будет дестроиться. Ну и, соответственно, меню паузы. То есть, вот как меню паузы я сделал. То есть, вот эта логика. Здесь последовательность очень важна, потому что если вот этот set input куда-нибудь в другое место перекинете, то с паузы он у вас не снимется. Поэтому, да. И еще, кстати говоря, я на Q буду нажимать меню паузы. Если вы решите этот код скопировать, убедитесь, что здесь у вас, вот вы когда нажимаете на кнопку, что у вас эта галочка здесь стоит, это обязательно. Вот, ну и соответственно, что еще сделал, это просто накинул здесь, получается, навигационную сетку. И естественно, последнее, что я сделал, это получается виджет. То есть тоже простой виджет, он опять же здесь пустой, здесь ничего нету. Все, что я сделал, это визуал. То есть вот как этот визуал выглядит. Самый простой визуал, ничего здесь такого нет. Теперь давайте с вами приступать к созданию именно логики изменения уровня сложности. Поэтому вот у меня здесь есть папка difficult. Дальше нажимаю правую кнопку мыши. Дальше иду, где у меня здесь blueprint и структура. Называю это S difficult, структура. Заходим сюда, и здесь мы можем добавлять переменные, которые нам нужно... Переменные, которые будут отвечать за то, что именно мы будем менять, что именно будет меняться с изменением уровня сложности. Соответственно, первое, что у меня будет, это damage, то есть какой урон будет наш бот наносить нашему игроку. Дальше делаю это float. Дальше нажимаю плюс, и следующее это будет speed. То есть вы можете также еще добавлять здесь переменные и, допустим, и не знаю, еще какую-то скорость менять, значение получения вашего урона. Ну, в общем, там очень, вот что вы хотите, здесь в эту структуру, естественно, добавляете. Но пока что обойдемся этими двумя переменными, и вы, в принципе, на основе этих двух переменных поймете, как это все будет работать. Поэтому все, сохраняем, выходим отсюда. Дальше теперь с вами создаем таблицу данных. Правая кнопка мыши, miscellaneous, и здесь получается data table. Выбираем нашу структуру, которую мы только что создали, S-Difficult, нажимаем ОК и называем это DT
difficult. Заходим сюда. Так, ну, в принципе, у меня есть отдельное видео уже по структурам, по таблицам данных. Особо останавливаться здесь не буду. Посмотрите видео, опять же, отдельное. Рекомендую, если не знаете. Дальше. Нажимаю здесь add. И первый row name я здесь прописываю easy. Самая легкая сложность. Здесь damage давайте поставим на единицу. А speed мы с вами давайте поставим 0.4. Вы потом поймете, я вам объясню, для чего мы это все делаем. Дальше. Нажимаю здесь add. Появляется новый ряд. И пусть будет называться... А давайте так, по-моему, medium правильно будет. Да, medium. Здесь мы ставим 1.5. И скорость ставим тоже 1.5. Дальше. Нажимаем add. И получается, давайте поставим здесь hard. Здесь поставим двойку. Speed тоже поставим двойку. Дальше. Нажимаем add. И последняя сложность. Пусть будет так, да, ветеран, как говорится. И получается урон 3. Скорость здесь будет 3. То есть эта сложность, она прям вообще будет невыносимой, да. То есть бот будет с одного выстрела нас убивать, и он будет прям очень быстро к нам подбегать. Все, давайте теперь сохраняемся. Отлично. И теперь смотрите, важный момент. Дело в том, то, что нам нужно получать информацию об уровне сложности всегда. Нам нужна одна глобальная переменная, точнее, ну, одна глобальная логика, давайте так скажем, которая будет распространяться на всю игру целиком, на каждый уровень, вот вообще везде. Вот у вас есть игра от начала запуска и до момента закрытия. Как это делается? Те, кто давно меня смотрят, наверное, знают, да, что это достигается за счет Game Instance. Если вы не знаете, что такое Game Instance, опять же, у меня есть, по-моему, целых два видео на эту тему. То есть первое видео — это отличие Game Instance от Game Mode, и второе — это чисто просто про Game Instance. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, чтобы понимать, что это вообще такое. Итак, давайте с вами создадим свой Game Instance. Нажимаем правой кнопкой мыши, Blueprint класс, все классы. И здесь прописываем Game Instance. Нажимаем вот сюда и нажимаем Select. Давайте назовем это Game Instance Difficult, пусть так будет называться. И теперь переходим с вами в Edit, Project Settings, и здесь прописываем Game Instance. Здесь уже есть, как вы видите, Game Instance, это инстанс, который был установлен непосредственно самими разработчиками, но мы меняем его на свой Difficult. Все, мы с вами поменяли, закрываем это все дело. И теперь смотрите, мы переходим с вами в Game Instance наш, и теперь нам нужно здесь несколько функций, которые будут устанавливать сложность нашей игры. Поэтому правая кнопка мыши, Add Custom Event, и давайте назовем это Easy. Давайте так вот, функ Easy назовем. Дальше правая кнопка мыши, Get Data Table Row. Давайте это вот сюда. Это вот сюда. И выбираем таблицу данных, которую мы создавали. Вот сюда. И мы видим, да, что у нас эти вот таблицы данных со значениями скорости, урон, они появляются здесь. Дальше. Я заношу это все дело в переменную Promote to Variable. И называю это... давайте так. Difficult Row Name. Таким образом. Дальше. Если у нас вот эта вот таблица найдена, то в таком случае мы берем вот это Difficult Row Name, Set Row found, и здесь просто прописываем easy. Прописываем easy. Давайте скомпилируем. То есть мы сейчас просто будем подставлять значения, получается, из нашей вот этой вот таблицы данных. Ну, в общем-то, сейчас я пару раз сделаю, вы поймете, о чем я. И давайте здесь также выведем print string, и здесь пропишем с вами ну, давайте, легкая сложность, таким образом. Дальше. Вот это все дело теперь берем Ctrl-C, Ctrl-V. Custom Event давайте этот переименуем на Funk Medium. Здесь, в принципе, вот этот Difficult Row Name можем отсюда уже удалить. И Row Name здесь ставим Medium. И здесь также ставим просто Medium. Здесь прописываем. Так, давайте вот это удалю. Средняя сложность. Таким образом. Дальше. Берем это Ctrl-C, Ctrl-V, и здесь прописываем funk, получается, это уже у нас будет hard, да, это будет hard, medium, hard. Здесь, естественно, меняем на hard, здесь прописываем также hard, и получается, прописываем здесь, ну, сложная сложность, это будет звучать как-то очень тупо, давайте тяжелая сложность, вот что-то типа такого. Дальше берем это, также копируем и меняем это.
получается фанк, ветеран, да, и меняем здесь ветеран, и здесь тоже прописываем ветеран, то есть обязательно, чтобы у вас эти значения были как бы идентичны, да, названия. И здесь получается прописываем невыносимая сложность, что-то типа такого, да. Окей, компилируем, сохраняем это дело, и теперь нам нужно перейти в наш виджет. Опять же, я надеюсь, что вы виджет сами создадите, это не тема видео, то есть вот абсолютно простейший виджет. Дальше переходим с вами в граф, это все дело удаляем. И теперь берем button 145. Давайте, кстати говоря, вот эти вот кнопки я тоже переименую. Давайте easy button, дальше medium button, это, естественно, hard button, ну и, соответственно, veteran button. Все, так будет проще. Переходим в граф. Если что, кстати говоря, убедитесь, что у вас эти вот кнопки, они у вас здесь помечены как is variable, как переменная. Переходим. Ну, теперь давайте easy button. Нажимаем on clicked. Hard button, а точнее medium button нажимаем сюда. Hard button нажимаем on clicked тоже. Veteran button нажимаем сюда. Все, отлично. И теперь смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно, когда мы нажимаем на кнопку сложности, чтобы нам, давайте вот это я сюда перекину, чтобы вызывалась конкретная сложность из game instance, easy, medium, hard и так далее. Как это делается? Переходим в наш виджет, прописываем здесь cast to bp, давайте так точнее, ge, difficult. И тут, кстати говоря, мои давние зрители могут мне сказать, так ты же рекомендуешь кастами не пользоваться. Смотрите, вообще в идеале, если вы научитесь game instance делать с помощью, ну, передавать и получать информацию с помощью интерфейсов, то это будет, конечно, отлично, это будет замечательно. Но ничего страшного, чтобы делать каст на game instance, вообще нету. Объясню почему. Если вы делаете каст, допустим, на каких-то ваших персонажей, то смотрите, сколько здесь всякой байды. Mesh, static mesh, skeletal mesh, физика и прочее-прочее. То есть, да, это загружает блюпринт очень сильно. Но если мы с вами посмотрим на game instance, что у нас, в принципе, в game instance? Функции, какие-то строки и так далее. То есть, в общем, ничего страшного в касте на game instance нету. Потому что здесь, опять же, нет никакой физики, какого-то визуала и прочего. Опять же, если вы, конечно, захотите заморочиться, то... пожалуйста, можете все это сделать с помощью интерфейсов, это не возбраняется. Итак, game instance дальше. Как делать каст на game instance? Прописываем get game instance. Вот таким образом. Единственное, что давайте вот это вот мы отключим с вами. И давайте это повесим с вами на pre-construct. Поэтому давайте здесь прописываем event pre-construct. И вот это вот делаем вот таким образом. То есть, чтобы до создания виджета у нас был сразу же каст на нашего вот этого вот, на game instance. И делаем это в переменную. Promote to variable. И давайте переименуем это как ge, game instance и difficult. Таким образом. Дальше. После этого мы берем вот эту переменную. Ну и, соответственно, просто вызываем эти функции. Func easy. Это сюда. Дальше. Func medium. Это сюда. Дальше. Func hard. Это сюда. Давайте так подключим. Так, вот так вот сделаем. Ну и дальше получается func veteran. Таким образом. То есть теперь давайте скомпилируем, сохраним. Смотрите, нажимая запуск, нажимая Q. И смотрите, когда у нас мы выбираем легко, видите, легкая сложность. Дальше. Средняя, средняя сложность. Сложно, ну, тяжелая, ветеран, невыносимая сложность. То, что мне, в принципе, нужно было. Теперь нам нужно с вами сделать таким образом, чтобы у нас менялся, в зависимости от того, какой у нас, какая сложность выбрана, чтобы у нас, допустим, наносилось определенное количество урона. Как это делается? Смотрите, переходим с вами. Давайте сначала перейдем с вами, в принципе... где у нас здесь есть projectile, BP for person projectile. Здесь видите, да, есть у нас apply damage, ну то есть это нанесение урона, логика, которую я вот сделал. И смотрите, что делаем теперь. Мы здесь нажимаем правой кнопкой мыши, прописываем cast to BP, точнее не BP, а game instance difficult. Здесь правая кнопка мыши, делаем это convert to pure cast, чтобы у нас не было здесь на вход никаких значений. Дальше get game instance. Делаем каст на game instance. Опять же, ничего страшного в этом
Нет. Game Instance у нас довольно голый блюпринт, да? И дальше здесь мы достаем get row, get difficult row name. Дальше здесь вызываем get data table row. Выбираем вот это вот. Выбираем нашу таблицу данных. Здесь передаем это теперь вот сюда. То есть теперь наша вот эта таблица будет получать информацию о том, какая сложность у нас в нашей игре. Дальше здесь мы достаем, прописываем break as difficult, разбиваем эту структуру. И после этого, смотрите, у нас здесь есть base damage. Давайте сделаем это переменной. Давайте promote to variable base damage. Давайте скомпилируем, сохраним. И давайте поставим здесь с вами урон. Ну, в принципе, он здесь стоит 40. Давайте я поставлю все-таки, ну, давайте 15. Сейчас я все сделаю и объясню, что мы этим добьемся. Так, давайте это чуть оттащим куда-нибудь сюда. И теперь смотрите, давайте это отключаем. Base damage тащим сюда. Мы делаем умножение, кидаем это вот сюда и засовываем теперь это вот сюда. Единственное, что нам, конечно же, нужно вот эту таблицу подключить. Поэтому берем вот это, подключаем сюда, это сюда. Смотрите, какая у нас будет логика. Смотрите, у нас есть базовый урон, который равен 15. Так как если у нас сложность easy, давайте я открою, получается, нашу таблицу данных, где у нас difficult, где у нас, вот она, да, easy, то в таком случае damage умножается на 1. Ну, то есть, по сути, у нас также урон будет 15, да, то есть, как у нас, ну, 15 умножаем на 1, получается 15, да, соответственно, все, легкая сложность, как она есть. Дальше, если же мы берем здесь medium, то в таком случае у нас уже это наше значение 15 умножается на 1,5. То есть урон будет наноситься больше. Если же мы ставим на двойку, то 15 умножаем на 2, уже урон у нас будет 30. Если же мы ставим ветеран, то в таком случае 15 умножается на 3. Давайте, чтобы он нас прям бот ваншотил, я поставлю здесь вообще экстремальный 10. Да? То есть 15 он будет умножаться на 10, все, то есть шансов при попадании никакого нет. Да? То же самое и со спид. Поэтому давайте переходим в Projectile. То есть такая логика. В зависимости от того, какую сложность мы выберем, в зависимости от этого, наш урон и будет умножаться. Единственное, что да, давайте представим, что у вас вот эта вот структура, она содержит там 20-30 каких-то переменных, и каждый раз так делать, ну, просто будет много пустых всяких пинов, да, то есть вот здесь так вот идти. Поэтому, чтобы скрыть то, что мы не юзаем, правая кнопка мыши, точнее не правая, давайте вот сюда вот, Hide Unconnected Pins. Все, таким образом это работает. Дальше, давайте это теперь дело просто берем, копируем, Ctrl-C, давайте компилируем, сохраняем. Переходим теперь с вами в BP Enemy, и как вы помните, мне нужно, чтобы еще с ускорением, со сменой сложности, чтобы у нас еще бот и ускорялся. Поэтому давайте я куда-нибудь вот сюда это просто возьму и закину. Вы опять же закидываете в любой другую свою логику. Давайте, просовываю это вот сюда, это получается сюда. Это сюда. Дальше. Касту difficult берем тоже, конвертируем в чистую функцию, в чистый каст. После этого давайте вот это вот мы с вами удаляем. Это тоже удаляем. Здесь также делаем break. И здесь у нас уже, как вы понимаете, у нас speed. Поэтому давайте здесь сделаем таким образом. Где у нас здесь character movement? Здесь есть такая вещь, как set max walk speed. Давайте сделаем это, promote to variable, сделаем переменную, скомпилируем. И давайте поставим здесь базовую скорость нашему боту 300. Поставим здесь 300. Дальше. Засовываем теперь это вот сюда. Это вот сюда. Давайте вот это вот мы с вами отключим. И теперь смотрите, в принципе, здесь та же самая логика. Абсолютно. То есть мы теперь берем вот этот speed, кидаем это вот сюда, это вот сюда, это вот сюда. И давайте тоже скроем таким образом. То есть теперь, опять же, с изменением уровня сложности у нас будет увеличиваться скорость движения нашего бота. Все, теперь давайте компилируем, сохраняем. Вот это вот лишние всякие вот эти вот виджеты, давайте мы их удалим, ну, точнее, уберем. Нанесение урона, в принципе, у нас обработка уже идет, тоже это закроем, это тоже. Ну, давайте пока что пусть будет. BPN-ами. Вот это, кстати говоря, Game Instance. Тоже проверю сейчас, что все у нас нормально. Да, тоже закрываем. Теперь смотрите, я перехожу в игру. Вот он по мне стреляет. Видим, да, по умолчанию сложность у нас easy. Сейчас я просто от него уклоняюсь. Было нанесено там 15 урона, у вас осталось там столько-то жизней. Теперь, если же я нажму, допустим, на сложно,
тяжелая сложность, Q. Видите, у него ускорилась сложность, и он нам наносит 30 урона. Давайте еще раз. Теперь я поставлю сложность ветеран, невыносимая сложность, и мы видим, да, он меня просто ваншотит. То есть таким образом сложность и работает. Допустим, я сейчас могу поставить сложно, он сейчас ускорится, поставлю изи, легкая сложность, и все. Мы видим, что он теперь стал у нас таким медленным, ну и урона он наносит нам меньше. Поэтому, сразу говорю, способ придумал я. То есть на ютубе никаких таких видосов, даже текста никакого там на форумах нет. Это мой способ. Поэтому, если вы сделаете какой-то код проще, хотя, в принципе, я думаю, что код и так простой. Да, у нас есть там несколько кастов нужно будет делать, но, опять же, в этом нет ничего страшного. Потому что, по сути, из чего состоит сложность в играх, да? В основном, эта сложность привязана к вашим врагам. Если враг, допустим, там сложный, то, соответственно, он наносит больше урона или он становится быстрее. Либо же больше врагов спавнится. Поэтому не так много кастов нужно делать на Game Instance. То есть вы его, конечно, сделаете, потом, если у вас несколько врагов, вы просто от них наследуетесь. Ну и, в принципе, не нужно больше никаких кастов плодить. Все, то есть наследники тоже получают информацию о том, какой уровень сложности. То есть, опять же, создаете одного врага, делаете каст в нем, ну и, соответственно, дальше просто делаете наследование, и все остальные враги тоже будут эту всю сложность подцеплять. Поэтому это так, на одном примере выглядит, что типа постоянно кастить надо. Нет, на самом деле нет. Сделайте один раз каст на врага, и все, больше вам делать этого не придется. В принципе, на этом у меня все. Единственное, что домашняя работа для закрепления. Если вы хотите ее выполнить, опять же, я ее не проверяю, вы делаете это для себя, для, опять же, закрепления материала. Сделайте здесь какие-либо дополнительные переменные, точнее, давайте даже так, в структуру, дополнительную переменную, допустим, ну, я не знаю, скорость разворота, все что угодно, и реализуйте, соответственно, эту логику. То есть это будет ваше домашнее задание, и вы таким образом более поймете этот весь материал. Поэтому не забывайте подписываться на канал, также заглядывайте в описание по данным видео, ну и также увидимся с вами в следующих видеоуроках, и до новых встреч.